с вами Свитин, и сегодня у нас очень большой церковный праздник, который называется Пасха, и сегодня мы с вами снимаем влог, и давайте начнем. Вот мы пришли уже к бабушке, сейчас я вам покажу свою халабуду. Сейчас мы пройдем здесь, и я сейчас вам покажу, где. Вот здесь у меня ступенечки, сейчас пройдемте. Ой-ой-ой. Осторожненько, вот здесь ступенечки есть. Сейчас мы по ним поднимемся. Ух. Ух. Вот. У-у-у-у. Здесь у меня, конечно, места немного, но здесь есть такой вот балкончик. И здесь, в принципе, можно сесть, чем-то позаниматься. Да. Вот, на покрывалке там посидеть и все такое. Так что вот такие вот дела. Расскажу вам чуть-чуть про... Я хотела снимать вчера вечером, думала сниму про то, как я иду светить Пасхи. Кстати, их посвятила. Сегодня я хотела сегодня светить Пасхи в 4 утра. Мы буквально только пришли, и нам сразу... Я только... Мы только пришли, думаю, сейчас будем стоять, ждать, и тут сразу все светит. Думаю, боже, как неожиданно. Мы обычно каждый год, когда стоим... Ну, надо хотя бы подождать, хотя бы чуть-чуть, чтобы, ну, пришел священник, а так все сейчас очень быстро произошло. Так что, вот. Потом я опять пришла домой, забрала с собой инфантильную Фантинушку, мою Фанечку, и мы с ним пошли с Патоньки. А потом я еще поспала, покушала, посмотрела телевизор, наконец-то съела Пасху. У меня есть такая, ну, можно сказать, как традиция, я не ем Пасхи до самого праздника, пока их там или не посвятят, или просто не наступит этот день, я не ем. И когда я съела кусок Пасхи, я, боже, думаю, успокоилась и пошла спать. Это так круто, боже мой. Тем, кто держал пост сегодня, вообще очень круто, сегодня можно есть мясо, все, что хочешь, можно есть. Можно есть то, чего нельзя было есть. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, как вы празднуете этот день, какие у вас есть, возможно, какие-то традиции семейные, ходите ли вы светить Пасхи. Если да, то напишите, как у вас это происходит, сколько вы ходите. Мы сегодня пришли в 4 утра, вообще очень рано, но я сегодня как-то даже... Так, люди, это тот человек, который согласился со мной погулять, но никто не хочет. Праздничный день. Я всегда соглашаюсь гулять, потому что со мной на улице почти никто не живет. И поэтому меня никто не зовет гулять. Поэтому я всегда соглашаюсь, когда меня кто-нибудь зовет гулять. Это ж бедная, несчастная, да это наш жалко. Все, мы зашли. Мне уже продает фоточка. Зашли. Заказали нам уже булочки, принесли. Теперь не приходите больше, чем мы. Здесь нельзя больше. Здесь, да, все. Обидно. Давайте подождем картошку. Чтобы все вместе. Я думала, я там шикану, да? Тихо, сейчас я поставлю. Извините, конечно, руку перекрываю. Так, давайте что-нибудь подскажем. Мы встретили сегодня Алину. Сейчас проучу. Все, сейчас мы будем ждать. Если у нас будет что-то интересное. Короче, и мы вам вернем. Я уже дегустировала, так что. А я нет. Дегустирую. Ну и вот тоже все же состояние. Я сегодня пришла к воде. Все у нас всегда есть. Опять уже на камеру. Получилось всегда очень клево, да. У нас сначала минута вступления, потом она сама минута вступления. Сейчас я попробую, как ты там делала, да? И я уже пошла. Ну да, да, я. Ну конечно, ну, Аня, как тебе? Короче, мы начали космос.
еще кусочек добывать. Я, наверное, не выхожу в голову. Они одинаково, как бы. Ну ладно. Ладно, людям, наверное, не очень чисто, как мы едим. Кстати, да. Кстати, ну, мы тут такая. Наверное, вернемся потом, потому что мы будем как бы, ну, есть. Да. Если там еще куда-то. Я, наверное, больше не сыра. Сейчас просто потемнее. Ладно, люди, мы к вам вернемся. Почему? Может быть. Эй. Да. А я хочу себе порванные джинсы. Я тоже хочу пошляться. Мне обещали привезти с Италии, но так не привезли. Обидно. А мы такие идем здесь, как лохи, и пьем колу, потому что мы ее не дадим. Да. А это шикарно. Мне, по-моему, это очень сейчас модно ходить. Базочек. Давай на, ты хочешь сесть в вазочек? А ну, на, подержи колу. Не, я тебя реально могу сфоткать. Повезли его куда-нибудь сюда, на плоскую поверхность. И по плоскому не хочу, по плоскому. Мне кажется, она моя. Смотри сюда. Смотри, вот сюда. А что если там трупы прячут? Надя, о чем ты думаешь? Тебя фоткать в этом? Да, конечно, так я его сюда вот завезу его. Только ты его завезь, не забудь назад отвезти. Ай, пока не завезу, боже мой, я там разница. Вот тебя охранником рубить больше не человек. Так, это их обязанность, между прочим. Да? Да. Эй, куда ты? Все, сейчас мы будем пилить фотки Наде. Да, давай. Давай, подержи его эту камеру. Да! Я нашла свой фон! Это все мое! Давай, Надя, давай! Сделай там! Фоток офигенных! Очень много классных! Смотри, сейчас я люблю вот так делать! Чувствуешь себя как будто бы? Ты красотка, Надя! Мы сейчас хотим сходить в Франсуа, если оно еще не закрыто! Давай! Я снимаю. Если я такая кубарем, то не снимай. Давай, давай. Ну, прыгай уже. Надя, это пойдет в YouTube. Мне хоть сад не зеленый. Не знаю. Он весь в траве. Ладно, Надя пойдет в YouTube, а мы пойдем туда. Куда? А мы пойдем туда. Мы две фотомодил. Мы две фотомодил, да. Ладно, ребята, мы с вами еще встретимся. Надя, пойдем обтягивать. Надя. О, боже мой, у меня так задница болит. Да. Кстати, дай мне селфи-палку, то я так снимаю, но мне неудобно. Мы, короче, приперлись в Франсуа, но не закрылось еще. Да, слава богу, мы успели. Да, мы бежали. Ну, как бежали, не совсем мы так бежали. Ну да. Да, в общем-то. Сейчас нам принесут наш заказ. Два шоколадно-молочных коктейля новых и два круассана. Они, кстати, вкусные. Не так, это одно из тех, что мне нравится. Ну, по-моему, да. Если нашу еду, это шоколадно-молочный коктейль. Да, шоколадно-молочный коктейль. И сейчас Начи будет попробовать вот этот круассанчик. Дизайн этой упаковочки тут написано на меня. Тут написано французская выпечка. Оно все в шоколаде. Надя здесь 300 раз снимала уже. Но мне очень нравится, потому что я не могла не рассказать эти мои впечатления. Говорю, не показывай Фанечку в видео. Я не могу не показать Фанечку, да, Надя? Да, я не могу, это же код, как я могу не показать. Сейчас. Так, все, теперь давай, я сейчас попробую коктейль, скажу бабке, а потом Надя попробует круассан, потому что я уже пробовала и как бы... Давайте с вами потратиться. А, я держать буду. Вот не знаю, коктейль у них реально... Я очень люблю молочные коктейли, поэтому они везде для меня. Реально попробую, наверное.
Так, все, теперь снимай меня, мою реакцию на этот коктейль. Ну, походу, сегодня глаз не мой, а твой. Да? Ну, совсем чуть-чуть. Давай, пробуй. В общем, я люблю очень. Меньше текста. Ну, очень вкусно, скажи, вообще очень вкусно. Пробуй круассан, давай. Женщина. Господи, хватит дудлить коктейль. Пробуй уже. Как его вообще не есть? Ты будешь смотреть этот влог, Надя? Естественно. Конечно, там же я. Надя, давай с тобой хоть чокнемся. Давай. Давай. Вкусно. Ну что, мы с вами, наверное, попрощаемся у меня дома. Так что будем ждать, перекидывать фоточки. Мы с вами не прощаемся. Все, мы приперлись домой. Да. Здесь, конечно же, угадайте, кто здесь есть. Здесь сидит вот Фенчик. Вот он. И я даю его мне. Чего ты кричишь? И мы будем заканчивать наш влог. Да. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то поддержите нас пальчиком вверх. Подпишитесь на мой канал. Фанчи тоже говорит. Напишите комментарий, как вы праздновали Пасху, и напишите мне то, что я вас спрашивала, какие у вас традиции семейные и так дальше. Надя, скажи что-нибудь на прощание. Ну мы сегодня кушали много, поэтому любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Из этого всего выходит, что в жизни главное еда. Спокойной ночи всем, доброе утро, смотря когда вы смотрите этот влог. Влог. И на этом все, с вами была Свит Фэн. И Надя. И всем красиво. Пока.